Дәрілі олатыд процесс. Идет? Да. На улице идет сильный дождь, а мы сейчас в Ленинском районном суде прибежали сюда, где начинается процесс, очередной процесс над Толбеком Ибраимовым и Куанычем Кулматовым. Много очень людей, пойдемте поближе, подойдем. Что, не пускают это? Пресса, это Катинчик, за что вы пытаетесь? Влад, пойдемте. Мы видим, какое большое столпотворение, опять же, очень много людей, намного больше, чем даже в Свердловском районном суде. Практически, наверное, все не поместятся, да? Все не поместятся здесь, да, вообще? Похоже, не поместятся, да. Опять же, это, ну, такой искусственно созданный конфликт. Я постараюсь выше камеру поднять, вы посмотрите. Вот, ну, очень много желающих, и люди возмущаются. Но даже нам вот сейчас трудно пройти туда. Кого-то пропускают, кого-то нет. Мы попытаемся, да? Я думаю, не повредить бы технику. Вот супруга Кулматова, она тут включит. Что, родственников не пускают, да? Можно будет с ней поговорить, может быть, попробуем. Ну, пойдемте поближе. Где жвачка? Вроде там обещают, что сейчас будет. Сейчас подсудимые зашли внутрь, мы их не успели заснять. Албек Ибраимов, Кулматов и другие тоже. Говорят, что буду запускать после того, как судья зайдет. То есть никого не пускают, даже супруга Кулматова, как мы видим, она тоже здесь сидит. Проходите вперед. Мы там просто вставим, я даже снимать не смогу. Свердловском был процесс, да? Да. И еще продолжится в 2 часа, продолжается. А мы сюда приехали. Тоже никого не пускают, да, мало ли. Да, там вообще не пускают, камеры не пускают, как и сюда тоже. Что это? А где открытый свет? Сторонку тогда сможем взять у кого-то интервью, если вытащим кого-то. Хорошо. Из толпы. Понятно. Потому что просто как мы как селедки в бочке. Хорошо. Даже фокусного расстояния камеры не хватит, чтобы показать людям картинку. Вот отсюда очень хорошо видно, сколько много людей пришло, но явно все они не поместятся в зале. Не пускают людей пока. Да. Пожалуйста, делитесь. Потому нашей... что подсудимые только зашли. Да, про то, чтобы люди поделились нашей трансляцией. Вот вы можете посмотреть все своими глазами, сами решайте, сами делайте выводы. Мы даем просто картинку. Ну вот уже люди возмущаются, если вы слышите голоса.
крики какие-то раздаются. Ну, понятное дело, что... А, ну вот, пойдемте, там столпотворение идет. Мы тоже попытаемся войти, но это... Алло. Мне кажется, такая травмоопасная давка на самом деле происходит. Крик. Очень опасно, мы можем повредить и камеру и вообще как бы нанести ущерб, потому что давка большая. Давка большая, сейчас спорят, кто пройдет, кого пускать, родных, не родных. Ну, зал, очевидно, был маленьким. И уже я не удивляюсь, Адиль, честно говоря. Я уже не удивляюсь, я уже как бы даже начинаю привыкать вообще. Ну, уровень агрессии еще больше увеличивается, чем было в прошлый раз. Да, несомненно. Да, да. Посмотрите, было то, что может поближе. Давайте. Дверь закрылась, и я думаю, что вряд ли мы пройдем туда. Вот, коллеги с камерами стоят, тоже я вижу, что как бы они не прошли. Места очень мало. Места очень мало. Эмоции зашкаливают здесь. А конфликтность повышенная такая. Мы видим, что даже супруги Албека Ибраимова и Кулматова не зашли. Им не позволили зайти. Сейчас будет весело. Здравствуйте. Я вижу, что там даже супруга Албека Ибраимова не может зайти. Супруга Кулматова не зашла. Тоже, да? И общественного защитника не пускают, то, кто ему металлил пресс. Вы же говорите об этом?
Говорим, они не пустят. Где пресса? Заснимите, да. Ну, конечно, беспредел абсолютно творится сейчас. Каяс Мурза. Қазір келіп үші ұшырашып қойылды десе, мұна кіргізбейді, өзіңгер көлдіңгер мұна. Бір саптан бер. Мұна екі Қуан Құлматов менен Албек Ибраев келіншегін аран жан кіргізді өк өмін. Аран кіргізді. Прессан да кіргізбейді. О, прессанар да кіргізді. Бір балап тұрған кіргізді. Бұған дай сот деген елді күтіп ананы сот келіш керек та. Сот келмеген кіргізбейді. Жөнілі елді қысып отады да бұл жерде. Аран кіріште чалдар, емін олады ма, кемпір чалдар, инфаркт қармақ басын. Люди возмущены, наразы болот от елдер. Чын өз керіп көрілік? Понять, поближе болад. Жоқ, мен камерамен кірем. Керсем камерамен кірем. Кірер әк? Тұрды құлы. Бар. Маневры лишь. Опять не пускают. А? Гиргизирует, а? Пойдемте, Булат. Булат. Пропустите пресс. На пресс Гиргизирует. Меня пустите. Я специально ждала. Честно, мой патрук. Сейчас. Эй, лучше просыгал, где спал? До встречи, до балды. Нет, труп трав. Там яблоко не бьют. Не, абсолютно столпотворение такое, и прессу тоже не пускают, хотя они вроде бы. Я думаю, даже корочки показывают. Если даже мы будем внутри, там насколько там столпотворение, просто фокусного расстояния для камеры как бы не хватит. Да. Там, я думаю, что негде просто яблоку упасть. Как сельди в бочке набито все. Ну, здесь я видел... Пойдемте, людей поговорим. Салас папалар, хандайстар. Хорошо? Кимды хандайстар? Мен туландарына келді. Қандай? Мұнарды айты олғылайым бе. Кәчке, жұма сайын әлі айты отасы. Жағадық дөйлі. Айабай, бардақ қылшы. Бардақ қылшы, өрі қылшы. Сырды айабай әлім, лімді деген жоруғы майланайын. Бір кішінің кіргісетті, бір кішінің мизам түрінді. Қандып аны да проспат, қандып жоп бермегілі. Бір де қалтырбай келі отасы арды? Бір күн қалтырбай келі отасы. Сілерге абдан разы оғыш керек оқшы. Бала ұсты айланып кетейін, бөлек күшіге келген жоқ бұз. Албек Ибраев тайты отасын? Албек Ибраев ұшыл, бір туған қайыным деп, баянтыдан бәлі қақшып қатпаймын. Емі бізі келіп атқаныңыз ұшу бала үшін, емне дейтін, рақтық қатшы қауы, жаған емес дейін. Күшті келіп аттықтан, бұрынды, азыр емне. Жас келді. Суықта келіп атпадық бұ, үшіп-шешіп. Үші елдің тігі мүдесін ұқса олам, о, чоңдыр ай. Отырған теті депутаттар емнені қарават шаты айланайын. Күні өші жоқ бала ұсты қамап қойып шы. Біз чындықты істеп келі отау сұшы жерге тігі. Бірдеме шығауы деп мұна. Атамбаевтың қадыры да өлі қарма отат, чындап келгенде. Емі ұшынша жейбі ішіп жүйерген, ұндан көп миллиондым жеген елдер сұртта жүрбей. Авалы қандай екен, сұрап көрдіңіз тұр? Авалына жолып кетті бізге, қолды бінтілі көріп өлі. Жолып кетті. Жіберші бар, көріп, бір ұшырашып келелі қол алысып жоқ. Жіберді етпай, мен.
Чын истелем мен ошо жерге жарагыбыздан келеткенде ушу баланын тагдыры кандай болор экен? Алты баласы бар, картаң энеси бар деп какшап келатабыз. Бир акыйкат болобу? Апасы жүрөгү ооруп. Мына апасы жүрөгү ооруп калды уже баса албай. Азыр айылдабы? Айылда. Кел албай калды мына апасы. Кичине бир ойлонушса болот, айланайын 9 ай болду мына. Эмне деген жорук? Жагын айтпай эле, бүт жаман жагын айтып атышат. Кылган эмгегин бир билбей коюшат. Эрде да шыбачпы? Ушул айтайынчы мен. Биз КТРге нааразыбыз. Бир да телевизордон чын эле жанагы чындыкты көрсөтпөйт, жалаң жаман жагын айтат, жакшы жагын эч качан айтпайт. КТРге нааразыбыз. Муну ким айтып айтсак ким угат биздин арыбыз, арманыбызды? Мына жаныңыздарда да КТР. КТР барбы? Мына жерде уккандар. 100 метр. Ошолорго биз нааразы. Анан жана 5-чи каналда Айып Нарын деген капырдан жаралды беле. Кыргызбы ал? Эмне үчүн керелди кескере жаман көргөн киши Атамбаевди баштайт, аягына чейин таштайт, жакшы жагын айтпайт. Эмне үчүн бир чындыкты айтпайт? Сакалдуу эле киши экен. Жакшы жагын. 1 миллион бир киши 6 миллион киши ээ боло алабы? Ээ боло албайт да. Неужели ушу жакшы жагы жок, э? Убагында тескери иш кылгандыр, ошон үчүн камагандыр. Үнүгө телевизорду өчүрүп койчу болду. Көрбөйсүз 5-чи канал менен КТРди. Только эле жаман жагын айтышат. Көрө турган эчтеке жок аякта. Азарманыбызда уккан киши жок. Нааразы ушу жакшы жагы жок, э? Жакшы жагы бир кантип бир. Карачы, Бишкекте кандай гүлдөтүп жакшынакай иштеп аткан. Баланы алып барып камап койду. Элге керек баланы камап койду, чындап келгенде. Асма көпүрө деп айтышат. Парктарды жасады. Эмне деген жердин баарын жасаган жок. Көчөнү айлатты. Биз деле жыргагандыктан ушул жерге келип аткан жокпуз. Жалаң ушу эмне кылар экен, өкмөт бир акыйкат дар бекен, чындыгын чыгарар бекен. Биз качан угат, качан эметебиз? Дагы канча келебиз? Дагы канча ай жүрөбүз? Канча жүрөсүң? Бизге өз балаңыз деп коюп Сооронбай Шарипович өзүңөрдүн балаңармын. 25 жыл тиги наныңарды жедим, сууңарды ичтим деп бул кылганы туура эмес. Кичине чындыкты кичине эметиш керек да, ойлонуш керек. Элди моунтип дүрбөтпөш керек. Шайлады каны жанталашып. Ар сайын келсек эле түртүп, мына бул жерде түртүшүп айланайын өлүп каласыз да, жүрөгүбүз кысылып. Эмне кылыш керек? Кыйнаган той кайтартат кылып бир тар жерге алып келип камап коюп, бул эмнеси бир эми? Жок дегенде зал жокпу Кыргызстанда? Чоңураак. Элге эмне көрсөтпөйт, айтпайт. Элге айта элек, эл билбейт. Мисалы Албек Ибраимовдун жалаң эле тетиги биринчи көрсөткөн жаман жагын билет. Жакшы жагын эмне айтпайт? Биз ошогондой жакшы жагын айткан жок, ай могу шаардын тургундарына кайрылат элек, ай ушулар бизден көрө ошолор көрүп атат көп нерсесин, отурушат тетиги, кандай кылды, ай кальцонун тегереги, асма көпүрөдө басып жүрүшөт, балдары паркта жүрөт. Биз айылдыктар бир айда бир жолу келе албайбыз, ошо шартыбызда жок. Мисалы ушу балдарыбызды алып келгенге же пенсиябыз жыргаган пенсия болсо экен, бир 3000 пенсия алабыз. Жүрөбү КТРдин журналисттери каякта? Дайыл көрбөй койдум мен тартканда. Алар жашынып келет. Жашынып келип ошо айтпай атпайбы, элге бир көрсөтүп койбой атпайбы? КТРге нааразыбыз, 5-чи канал менен КТРге. Билбейм, аз күндө ачарчылык жарыялап ошо Сооронбай митингге чыгабыз го бул этеси менен. Ушуну төлөй берсе. Отурса эл чыгат. Эмне деген жорук, ай? Саламатсыздарбы, агай? Кимдерди колдоп келдиңиздер? Таатып коюшуп. Албек Ибраимов. Күнөлүү эмес деп эсептейсиз да? Күнөлүү эмес. Убагында иштеди, нээ бир нерселерди жазады, андан кийин эле бир нерсени шылтоолоп камап койгон туура эмес. Аны эл айтып атат, эл билип атат, элдин көзү көрөгөч. Аксакал катары киргизип койсоң болмокчу? Сотко кире албай мына отурабыз коридордо. Кире албай отурабыз. 5-6 эле кишини киргизип коет болду. Тар болуп атпайбы? Албетте, башка чоң имаратта эмне мындай андай чоң зал дегендерибиз бар да, ошо жака алып барып койсо болот да. Анан кийин сот деген айланайын, канча эле сотко келем эми, айыл өкмөтүн иштеген үчүн анан бир кишини эле киргизчүлө, бир кишини эле сүйлөйт. Анан мындай керен топ бир табыр менен алып келип алыптыр, мындай процесс жүрчү эмес. Өздөрү жогору жактар, өздөрү нарушение, баары пешкалар, мойдо отурган баары пешкалар. Мына апасы эми, мына апабердигин келиби, э? Кеттиңизби? Башка сот баралы. Макул анда. Келип кечеди, сак саламат болгон. Мать Албек тоже пришла. Наверное, мы ее не будем доставать вопросами, да, Булат? Да, я думаю, некорректно. Ну, некорректно, некорректно. Да, не будем доставать. Урмат Тутугандар, бияқта эркин микрофон бар, ким сүйлөйүн десе? Келгиле, кирбей алганда. Ким күнөлүү эмес деп эсептесе? Эми уюктар болсо биз
А, пойдемте поближе, раз они не хотят вас спрашивать. Да, вот это Григорий Збейтавы, Ну, мы видим, что не пускают, так пресса тоже есть там. Че, орын бар екен, тұру алмақта бері жақачы. Мо, пресса ән айтып. Сіз кімді қолдап келдіңіз? Ибраимов. Кіргіздер бе айтады, прессаны кіргіздерген жоқ. Апасы келді ме? Апасы келді. Говорят, не копай яму, другому сам в нее попадет. Скоро кто их посадил, сам попадет. Можете, да? Лезу прессом на поезд. Я не пресса, я родственница. А родственница бестая. А что мне говорить? Заказ? Да? Заказ? Заказ, политический люди заказ, все, да? Люди все грамотные, понимают, их всех заказали. Кого? Привет. Имена? Ну, все, кто здесь сидят. Я за Кулматова пришла. Он грамотный. Питер заканчивал, Москву заканчивал, интеллигентно. Всю жизнь он работал, для мэром работал, для государства. Выжатый как приходил, ну где-то получал, где-то. Таможню поднял. Что, люди не знают, что ли? Знают, что его убрали, кто за него пришел, знают. И вот все вот эти милиционеров, когда такое было? Заказ. Вот все стоят, мальчики. Что они? Это тоже наши дети. Им дали заказ, ФАС. Вот мы стоим, попасть не можем. Где открытое? Где открытое? Открытое. Ничего открытого нет. Сами видите. Люди тоже долго терпеть не будут. Терпение тоже иссякнет. Потом не удивляйтесь. Мы тоже много терпеть не можем. И терпение долго нельзя испытывать людей. Мы молчим, молчим, культурно приходим. Все интеллигентные люди здесь. Где вы видите? Обон, собон, такие джок, пизде. Бюдбары все заканчивали. Так что, сами понимаете, время тяжелое, очень много штрафов, очень много заказов, невинных людей сажают. А как вы смотрите на то, что объединили эти два дела в одно? Оптом? Оптом. Решили оптом. По уж базарному оптом решили. Вроде бы не связано два дела. Оптом дешевле, выгоднее, ни морока нету. Вот сколько год ходят, если человек был, съел деньги, да, почему его сразу не посадили, не сказали, вот ты миллион, два, там, миллиард съел. Ну покажи сумму и посажай. Он не знает, за что он сидит. Лучшая школа Калы-Сурдо. Раньше строилась она на песке построена. Люди в конюшне учились. Просто Сооптаалы помог он. Те деньги, которые ТЭЦ, насколько я знаю, он помог им. Пускай балдар учатся. Наши кыргызы, джонекуэли, простые наши мальчики, девочки, им школу построили. И что? Перебор. Это по цене, оптовой цене получается. Самая лучшая школа Кыргызстана. Коммуникации провести на песке. Там же вообще место заброшено было. Вы же сами все знаете. Для детей построил. Вот сейчас Калы-Сурдо. Мы хотим, чтобы там это все было. Пускай они говорят, преподаватели. Для них построил. Вот нас сюда специально приводят к Ош-базару. И Ош-базар из нас Мал-базар делают. Ну что еще сказать? Мен уже Анна қанчадан бері білем, мұнда жөн өлелі отырғысып көштің, ештеке доказательство жоқ. 9 айдан бері жүреміз, темсәлі өлі. Жәбейінесі жоқ, жәштекесі жоқ. Например, деген мэр болу іштеп жүргенде іштеке дәлі қылған жоқ, бүт жақшына қайлы әдеген екен. Коалицион деген оңдоп салды, аяқта деген бүт жалан көчет мөчеттерін сатшы. Олан микрорайон қандай қылып күлдетіп қойды. Шарды жақсы әлі күлдет, мостордың барын қылды, әміне қылады. Бір көкеде бір ненормалі емей үшін деген елдің барын деген ұзы шығылы. Бұл мұна бұл қыз айтқандай деген. Қалмыш іші жаңақ 2011 жылдағы этапқа тұра келеді, ошол уақытта дастан директор болып тұрған.
дастан директор тургамды билбейм, анысы нештекесин делеме кылган жокпуз. Просто деген канча жолдорду, канча жумуштарды иштеп келди да. Жакшы эле жумуштарды мен иштеп келди, жакшы эле шаарды көтөрдү, аэропортто деле иштедим. Баары жакшы эле көтөрдү да. Анан кийин мынча гектар жери бар, анан тигинче гектар жери бар. Анын деген жөн эле ушул үйдүн жагында эле бир 35 гектар жери бар. Анын деген өзүнүн туугандарынан бүт баарын сатып алган. Бул деген чиновник бөлүлүктөн мурун эле деген мунун тайке тайлары өзүнүн теги жакшы. Бул кыса айткандай деген рас деген виновный 9 айдан бери сүйрөп ар жака сүйрөп бер жака виновный пускай докажет. Его же не докажет. Вот приходят, молчат и уходят. Ну всем заплатили. На КТР, на КТР каждый день обвиняют. Мы на тот мир пойдем 20 метров ткани с собой заберем. Мы с собой деньги не унесем. Никакого принципа, ничего нет. Куба, мы с тобой, Кубочка! Куба! А еще буду кричать. Вы нам цирк устраиваете, мы тоже будем цирк. Вот смотрите, а преподносите, вот вы хорошо в прошлый раз смотрела, вы правду преподносите. А государство же вырезает все. Все вырезает. Все, что ужасное сказал, делают. Людей за лохов держат. Люди все грамотные, не бойтесь, люди грамотные, все понимают заказ, все понимают, кто сейчас рулит. Скоро это закончится. Вы что думаете? Да? Правильно? Без решающих, кто живет, всех присутствует. На, 8 айдан бери жүрөбүз. 9 айдан бери жүрөбүз. Улам эле беремелерди айтып беспредел кылып атышат. Когда это закончится? В конце концов, люди... Журналисты, зайдите, давай. Ну, мы с камерой. Почему? Через камеру, пойдемте. Дайте журналистам зайти. Пойдемте. Я фрилансер. Снимать, если мы поменяемся местами. Да, можно мне картинку? Можно мне картинку? Хотя бы какую-то. Можно. Куда брать? Камеру пустите! СМИ пустите туда немножко, Маша. Танцевался, да, хотя бы. Это их конституционное право, они должны присутствовать в суде, чтобы обеспечить их конституционное право. Да, хорошо. Давите на суд. Это я стану председателем партии потом. Не то чтобы наградить, а вот посадили. Но все начинается с членства. Я прошу вас, давайте. Элдерди кайтарбай. Городской суд болгондо өткөндө конвой вон туда убрали. Вон туда убрал судья. А силер болсо бизди менен мушташып атасыңар. Ар жакта карап турула бизди кайтарбай. Сейчас. Нормально. Давайте я подержу. Мало того, что надо издевать, теперь. Нормально, я держу. Это открытое заседание. Кто открытое заседание? Три картона там стоит, еще здесь. Ладно, другие журналисты, но я так возмущал, что вас не пускают. Три картона, конвой здесь зачем стоят? Стоящие места занимаете. Нас пускают в последнюю очередь. Получается, что у нас нет точек, ничего. Бесстрастно проведение судей. И нет раз на раз. Невидимые. Сейчас.
Реально, это конкретные замечания оттуда. Вы знаете, даже. Вы что, мы знаем, что мы не можем. Конечно, сэр, вы можете отсюда на ваше рассмотрение. Вот он хочу на улице. Это пытки, да. Да, скажите, что это пытки, почетный член. Пусть они сидят, она говорит, поддерживай своего адвоката. Вот процесс что сейчас до этого было, Даша? Что тут было до этого? До того, как мы зашли? До того, как вы зашли, было объявлено, что нет адвоката Чунаевой, которая была до этого госадвокатом у Тикибаева. Она сегодня не пришла, у нее там будет скорбное мероприятие. И вот они решали, отложить или продолжить. И сейчас он выслушивает стороны, да, по этому вопросу? Сейчас он выслушивает стороны, но поскольку он не знает ни фамилии, ни обвиняемых, ни адвокатов, поэтому он ни прокуроров, видимо, и подозревает тоже, поэтому он называет не по фамилии, как это требуется по процедуре, да, а говорит, следующий, вы. Если хватает голоса члена полицейского СТПК. Да, 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 да. Законности, я еще раз повторяю. Вас должны все знать. Что если это? У нас никаких ни условий, не налажена видео-аудиофиксация. Весь с высокой трибуны доложили. Все у нас работает в городе Бишкек и Чуйской области, в городе Ош. А зачем такие там? Выйдите туда в ПАСЭ. Где эти финансы? Мы школу построили, начинаем смотреть. А где это не работает? Почему такие условия? Вы нас, да, ущемляете. Вы наших родственников ущемляете. Как так можно проводить его, ваша честь? Я куда его? Вон, президент тут. Куда? Стоп туда, город. Сиди туда, город. Сюда, мама лягаться. Он так тюзгап. Ишти, дюргюзгюз. Бельгюз ишти. Мектепте отдельный его. Рахмат. Отдельно рассмотреть. Да. Тут дело по торпедам достал и по колосорду. Я так и не понял, где колосорду и где торпеды. Этого никто не понимает. Вы не вы один. Что с обвинением как-то объяснил свою позицию или судья? Не объяснили, потому что разбирательство по существу не до ничего до сих пор. Мектепке барып қарап берсе, қысқа сұрап отырады, осы мектепті мен бүтірдім әлі да. Актовый залы бар, спорт залы бар. Бүтін қой жазып келем бар әлі да. Осы. Почетному члену политсовета я вообще не знаю. Вы со своим стульчиком должны проходить. С креслом, с креслом, с кожаным. Господи, да вы что? Пишите, это ваше право. Да, да, протокол. Присаживайте, протоколы будет все. Так, с учетом мнения сторон суд, внесением протокола, требуемого председания, постановление об отложении,
Да, нормально, все хорошо. Процесс пить туда. Ты уже, да? Можно уже. А? Трогались. Нет, 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 сейчас уже. Все начнут пахать потом. Сейчас уже. А может, вы нас тоже выведете? Мы сами договариваемся. Майка, все зубало так. Не знаю. Адвокат не будет свободен, опять я будем отвлекать. Ну так вот, его же нет адвоката, и потерпевших нет, они не могут высказать свое мнение. И я буду говорить одно мнение, а они-то скажут другое. Так давайте дождемся, что все адвокаты будут, и решим вопрос о каких-то определенных днях. А сейчас отвлекаться. Мы с последом договорились уже. Все, вопрос. Вы можете... неделю один раз я там... Ну давайте, если чемпион добавьте, последующие. Понедельник все свободны. Понедельник все свободны. Я не свободен, Китай не свободен, так еще несколько человек. Вы свободны? Нет, не свободен. Дримхат не свободен. Мы тоже не свободны в понедельник. Совещание идет. У нас совещание. Да. Заседание правительства. Да, да. Сам день. Давай выйдем, чтобы адвокатов поймать. Нет, до судилища еще не дошло. Ачкала гетика.
Подал мужик постер. Да, да, выходим, выходим. Закончен до следующей недели. Еще раз. Отложили, да? Да, отложили на следующий четверг. На следующий четверг или среду, я так четко не услышал. Спотели мы, да, сильно? На какой это, число? Это было непросто, потому что, ну, полное столпотворение. Я, конечно, испытал стресс вообще. Но, какое число отложили? Вот все это время я так понял, что у них шел разговор, когда будет как бы следующее заседание. И сейчас адвокаты выйдут, давай узнаем, как бы сохраним интригу, они нам скажут. Люди как из бани выходят, как из парной. Невозможно. Как из парной. Просто как бы сауна. Там невозможно, да. Сауна. Вот Даша вышла. Я. Ошандойке. Ошандойке. На следующую, да? На следующую среду или четверг сейчас? 17-2 часа, да? И какие говорят, да? С адвокатами поговорить, да? Да, с адвокатами лучше ценить. Два. Но... процесс не продвигается, да, не на пинту. Они вот заняты тем, что рассматривают, когда будет очередной процесс. Кто-то, поскольку 14 адвокатов, один из адвокатов, если не приходит, то получается, что как бы снова переносится. Такой тормозной процесс мы видим. А вот у Металиева, в принципе, идет. Можно, да? Потом Металиев спросим. Подай слова. Условий работы нет. Вообще грубейшее нарушение всех. Вот сегодня идет практически это... А то пока я пробивался, кошмар. Условий нету, да? Отложили на следующую среду в 12. Грубейшее нарушение прав осужденных. Потерпевшие еще ни разу не пришли. Кто потерпевший в данном деле? Ни по Кулматову, ни по Альбеку Ибраиму мы не увидели потерпевших, которые должны участвовать вместе со своими адвокатами. Второе, нарушаются конституционные права адвокатов и нарушаются конституционные права самих осужденных и близких родственников. То есть это тот круг, который должен обязательно участвовать. На сегодня же который раз просто откладывают, и практически адвокаты даже сесть не могут. Если сядешь, то ты уже со стула не встанешь. При этом прокуроры бездействуют, хотя их это надзорных функций никто не отменял. Они должны четко сказать, что нарушаются права, мы обязаны создать условия. Судебный департамент уже который раз бездействует. И получается, что второй месяц мы приходим сюда только для того, чтобы попытаться поучаствовать, и больше нет. А смешнее еще, вместо того, чтобы по этим вопросам реагировать, представитель прокуратуры, некий Абдразаков, ставит вопросы о возможности участия или неучастия, не принимая, уже четвертый процесс, и он говорит, не принимайте во внимание выступление правозащитника, который уже я второй или третий месяц я участвую в процессе. Это уже общественная защита. Нет, это уже признано, и это есть, и когда... Вы участвуете в процессе? Да.
такой прокурор после четвертого заседания, когда об этом заявляет, по-моему, представитель Генеральной прокуратуры, вместо того сказать: товарищи, давайте создадим условия. А соединили дела, которые нигде не пересекаются, никакого отношения не имеют. Им легче разъединить и начинать процесс. А вы сами видите, люди там задыхаются. А отношение к осужденным, Кулматов замечание сделал, следующий. Что за обращение к подсудимым? У него есть фамилия, имя, отчество. Точно так же, как у адвоката, у всех участников, в том числе и у меня, есть своя фамилия, имя, отчество. И вместо того, чтобы эти вещи поднимать, прокурор реагирует, пытается исключить меня из участия в этом процессе. Мы дайда биржиманнаки, Гозенгурата служит. Тёртничий процесс откладывается тлата. Бирайда наших. Башта шалбета, темне септин. Джолюкюга наш шарт жульген имес. В наке ушел, мы думали, пострадавший деген болуш керек, но будешь течи. Пострадавший деген дерес гимекен белгисиз. Уши ескесен гелген жок. А в наке осужденлар гүлін ап келу атат, в наке төртінші жолу процесс қаралбай қалу атат. Кен шарт түзілген жок. Ошылен учырдам наке тура айтады Томурканов деген подсудимый. А бізді бүт бар дайырдадық, ақиқат таза сот жүргізгенгі деп прокурорлар президент сүйлі атат. Бүгін күгінде ешқандай немере дештіпейді. Говорили, что какое-то заявление, да. Нет, у нас сегодня очередной раз отложили процесс. Просто это уже, я не знаю, как назвать, это творится абсолютный кошмар. Я считаю, что если судья сам сотворил эту ситуацию, как-то объединил дела, подобрал самый маленький зал, ну тогда он никогда этот процесс судебный не начнет. И как бы нет здесь вины с нашей стороны, то, что мы пытаемся зайти и так далее. Я считаю, что все это следствие его действий. Судьи, да, вы? Судьи. Если вы объявляете громкие уголовные дела, называете это коррупцией, громким таким словом, будьте добры обеспечить соответствующие условия. Иначе, я не знаю, это просто... Но я со своей стороны хочу определенно заявить, что мы, сторонники, не дадим. То есть мы будем свои законные права отстаивать, как то попасть на судебный процесс. Нельзя за закрытыми дверями проводить такие судебные процессы громкие. Но пусть судья у себя в кабинете закроется и вынесет свое решение. Зачем мучить нас, зачем мучить... подследственных, я не понимаю. Ровно полтора года президент Кыргызской республики объявил о судебной реформе. Я хочу на сегодняшний день нашему президенту сказать о том, что его слова не услышали или его не слушают. Пусть он выводы сделает сам из творящегося сегодня в Ленинском суде вот этой ситуации. Председатель партии СДПК Атамбаев заявил о том, что из-за недоверия к судебной системе они будут вынуждены выйти на мирный марш в июне месяце. Вы солидарны с его позицией? Я... Из-за того, что вот такое правовое беспредел. Адиль, знаете, что происходит? Не слышат ни слова, ни обращения, ни письменные заявления. Вы понимаете, ровно 10 месяцев мы обращаемся во все инстанции. Мы написали везде, но очень странная реакция. Никакой. Вот просто никакой. А что остается делать? Что остается делать? У меня просьба, ну, обратите внимание на эти уголовные дела. Просто обратите внимание. Давайте в рамках закона начнем жить с сегодняшнего дня. Обеспечьте зал, это вот частные вопросы. Не можете, выведите экран. По-моему, это очень легко технически решается. Потом, Айнурча, минуту. Потом, на самом первом судебном заседании председатель Ленинского районного суда заявляет о том, что именно в этом зале не ведется ни аудио, ни видеозапись. Вопрос, почему? Я еще раз обращаюсь к президенту Кыргызской республики. Судебной реформы нету. Сооронбай Шарипович, ваши слова не услышала судебная система. Или, я не знаю, не хочет слышать. Но нельзя. Нужно уже обращать на это внимание, я считаю. Я надеюсь, что в следующую среду хоть что-то сдвинется, что председатель Ленинского суда приложит хоть какие-то усилия и попытается изменить эту ситуацию. Но так нельзя. Нельзя так проводить. Они создают, я не знаю, уже
какие-то намерены. Все, его завели. Так, сейчас теперь. Да, я супругу. Вы пару слов скажите, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, понимаю, я ваши чувства, но да, соберитесь и. Да. После очередного, не знаю, как назвать. Не теряю чувство юмора, я так смотрю. Ну да, это, не знаю, Куан Кенгерчич говорит, что это судилище. Но до судилища не дошло, как мы говорим. Это, не знаю, ну, наверное, так больше продолжаться не может. Мы не можем прорываться вот через баррикады очередные. По существу до сих пор 7 или 8 процессов прошли, но нету, да? В тот раз вот мы сказали судье, даже, ну, не только адвокаты, близкие, родственники, мы ему сказали, что вот в таких условиях невозможно проводить. Он на прошлом заседании говорит, что в следующий раз давайте будем заседать целый день. Вы представляете, да вы зашли, видели? Вот эти стоячие места занимает кордон, который перепирается и ругается с нами, выталкивает, на нас смотрит почему-то. Мы им говорим, вы хотя бы наши стоячие места не занимайте, даже если мы будем целый день вот на этом заседании в душном зале, который там еще хуже, чем баня. И ничего, вот молча послушал. Сегодня пришли то же самое, еще хуже, потому что сегодня вот увеличили этот барьер, кордон. Еще больше, вот сами видите, мы не знаем, вот сейчас, наверное, следующий раз так же будет. И так бесконечно, наверное, продолжаться не может. Хорошо. Вот сейчас Ахсахалдар айтылат без мындай, чыдабайбыз, без пресс-конференция берип, айтабыз деп. Ну, наверное, так и сделают. Ну, я не знаю, сейчас я даже говорить не могу. Ну, адвоката возьмем, да. Пару комментариев для адвоката. Спасибо. Господин Слесарев, вы тогда комментарий сейчас дадите, да? По результатам этого. Уже 9-й процесс, наверное, проходит, но по существу, я так понимаю, еще не рассматривается, да? Ну, как я уже выступил в суде, я скажу так. Прокуроры сказали о том, что мы в очередной раз должны отложить по причине того, что один из адвокатов не явился. Я скажу больше, что этот процесс не начнется вообще. Почему? Потому что он не должен был начаться по закону. Первое, потом объединение само по себе незаконное, и суд оставляет это как есть. Объединили дела, в которые включили 50 с лишним томов уголовного дела, 3 уголовных дела, не взаимосвязанных, и объединение было невозможно. Дальше, 14 находящихся под судом обвиняемых и более 14 адвокатов. Как такое количество можно собрать в один день при условии, что часть адвокатов участвует в других процессах? Это модернизация ТЭЦ, это авария на ТЭЦ. Это я беру только те дела, которые, ну, наиболее сейчас громкие и актуальные. Но есть еще и другие дела. Есть еще такие человеческие вопросы, общечеловеческие. Заболел. Как сегодня произошло, один из адвокатов находился на похоронах. Это тоже жизнь. От этой жизни никуда не уйдешь. Поэтому даже только по этим причинам такое дело не должно было создано. Но оно создано. Далее идем. Суд не объявил о предварительных слушаниях. По закону они должны были быть. Мы не слышали этого. Дальше. Суд должен был, даже по закону, узнав о том, что обвинительные акты не вручены обвиняемым, по закону отправить на доследование при этом большом деле. Для того, чтобы провести определенные процедуры соблюдения прав обвиняемых. Какие? То, что им должен был быть вручен один обвинительный акт по всем делам. Им должно было быть предоставлено время для ознакомления с материалами всех уголовных дел, которые объединили в одно. Только после этого дело, возможно, бы поступило в суд. При этом у нас бы появилась возможность обжаловать определенные действия, которые совершаются незаконно еще дополнительно. Этого не сделано было. Суд продолжается, и на сегодня, допустим, судья объявил о том, что дело отложено. Все, суд закончился, казалось бы, начинается обсуждение, а когда мы в следующий раз соберемся? На другой день или несколько дней в неделю. Это еще одно незаконное действие, подчеркиваю, которое не должно состояться было. А судья вас обвиняет, что вы затягиваете? Ну да, ну, как можно затягивать дело, если это требование закона?
Если у кого-то складывается мнение, что я пытаюсь затянуть дело, я говорю сразу, этого дела не должно было быть на следствии, оно было на суде, оно есть вот сейчас, к сожалению. Вот смотрите, там 14 обвиняемых, вот и 14 адвокатов, как вы сказали. Вот как можно выработать единую линию? Каждый же адвокат защищает свою позицию, так сказать, своего. И это же еще первое, больше затянуть. Первое, что я бы предложил, но, к сожалению, меня и других не слышат, почему находятся 5 человек из 14 под стражей. Причем людей, ну, получается выборочно, людей, которые занимали ответственные посты. И почему-то им доверия у суда нет, а раньше было. А к остальным доверие есть. Вот это неравномерное недоверие или доверие уже... Можно задавать много вопросов. Политическую подоплеку вызывает. Ну, я думаю, что любую подоплеку вызывает. У того, кто говорит о политической подоплеке, возможно, и это тоже. Значит, в данном случае выпустите под подписку, под домашний арест 5 находящихся под стражей. Затем организуйте правильное судебное рассмотрение, то есть соответствующий зал, чтобы оно действительно было открытое, чтобы журналисты, извините, не потели, находясь вот там в зале, среди всех остальных, которые стоя пытаются услышать какие-то неразумные вещи, неразумные судебные действия. Затем, возможно, мы придем к какому-то консенсусу, потому что говорить о законности вообще рассмотрения уже не приходится. Здесь уже нужно искать определенные точки соприкосновения, обвинения и защиты. После того, как эти точки соприкосновения найдутся, а они очень простые, верните на доследование и вынесите соответствующие акты о прекращении дела. Потому что само судебное рассмотрение – это еще один позор, который переживает судебная система. Спасибо, удачи вам. Я думаю, мы закончили. Мы с тобой выглядим как после хорошей сауны. Очень плохой сауны. Я напомню, что мы были в Ленинском райсуде, где рассматривалось дело в отношении, как мы сейчас еще раз выяснили, в отношении 14 обвиняемых, среди которых наиболее известные это Албек Ибраимов, Куаныш Кулматов, которые обвиняются в коррупции периода, когда Албек Ибраимов был главой Дастана, а Куаныш Кулматов был главой города Бишкек. И незаконно, как считает обвинение, позволил строительству Калыс-Ордо на незаконные средства. Следующее заседание пройдет через неделю ровно. Это будет 17 апреля в 14:00. И Шаман ТВ в лице Влада Сатуркулова и меня, Аделия Турдукулова, будем на месте. До скорых встреч, до свидания.